Океан Ильза выпустил новый сингл из Калькинас. Популярный украинский коллектив опубликовал новинку накануне большого концерта в Киеве. В сети появился новый трек группы Океан Ильза под названием «Из Калькинас». Что вдохновило музыкантов на ее создание, они не рассказали. Трек появился на официальном YouTube-канале коллектива. Вместо привычного объяснения сути песни и ее описания, группа предложила каждому лично для себя найти ответ. Под треком исполнители опубликовали текст песни, и предложили слушателям самим выбрать, какой знак поставить в конце фразы «Сколько нас» восклицательный и вопросительный. Напомним, Океан Ильза даст в Киеве большой концерт на День независимости. В июле группа Океан Ильза выпустила новый сингл «В небо жене». Ранее фронтмен группы Святослав Вакарчук посетил SpaceX. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.